Как Радулькина, всем привет, Туркина. Мы сегодня начинаем тренировочку по греко-борьбе, сама и тому подобное. В общем, Паша, ты готов, да? Готов. Давай сейчас. Сейчас маленько перетянем, у него чуть-чуть ребра помятые. Небольшая трава. Но сейчас мы перетянем, и все будет хорошо. Чуть-чуть он делись. Наэлектризован. Натягивай, натягивай. Крутись, Дети рыбака болит. Внизу. Мы не будем жить. Ты спускай до конца. Тяни, тяни. Крутись, крутись, крутись. А крутись ты. Да тяни посильнее, ёбана. Осилка. Осилка не ставит. Да она и так вроде не толстая. Лизу спускай. Зайди, я не мог на тяжку залево. Делай, делай. Ты что, не помнишь, когда с тобой жили? Вместе в поселке. Я тебе пост приносил. Я его потом... Все приклеил. Не достает. Что ты достаешь? Ну, вот так же сумка. Там все равно у меня еще один есть. Все, давай. Все, все, все. Раз. Раз. Подожди. Блядь. У него ключи ломаются, ёбаный гаечный. Вот. 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 Давай. Паша, сейчас буквально минут 5-7 разобьемся, полностью мысли разобьем, а потом растянемся немножечко, потренируемся, хорошо? Давай, все, погнали, бро. Да. Yeah.
Видишь? Давай, присыпь. Ну чё, Монгол, давай отрабатываем, чтобы проходы ноги. Давай, поехали. Молодец. Ну что, малой, вы там хикаете? Давай побольше, иди сюда. Я с тобой пару приемов отработаю. Я сейчас покажу. Еще раз так. Что, запомнил как надо? Ну давай покажи. Чё, малой, с тобой отработали, я попробую с этим кренделем отработать. Крендель. Сам ты крендель. Здорово. Поехали. Yeah.
Молодец. Молодец. Вот такие растут у нас чемпионы. Да, Ваня? Да. Молодец. Не уступил, между прочим. Видите, как ты боролся, так и боролся. Берите пример с молодежи. Работай. Вот так это делается. Молодежь самая крутая. Да. Пробежал нормально 300 метров. Пипец, руки затекли вообще. Пробуй. А ты чего я не допрыгнул? Подсажу. Да не надо меня подсаживать. Давай, давай. 3, 4. Так. Да. Подходите, пожалуйста. Могёшь. Могёшь. Если бы ребра не болели, мог бы и больше. Продолжите. Это что такое? А? Парень, огромное спасибо. Она у меня объестся. Нормально? Да, повесит, но неплохо. Родульки на мои. У меня великолепнейшая, хорошенькая новость такая. Есть 13-й новенький iPhone. Кто хочет забрать его, моего друга, Малика, подписывайтесь. Его ссылочка здесь внизу. Так что смотрите. Ребята, у меня новенький 13-й iPhone. Кто хочет его забрать, переходите ко мне на страницу. Обязательно подписывайтесь. Все условия там. Да победи сильнейший!